Тхэквондо против Кёкушинкай. Две школы восточных единоборств решили помериться силами и доказать свое мастерство на татами в минувший уикенд. Это карате Кёкушинкай. В этом городе развивается уже третий год. Это проводится в рамках пропаганды здорового образа жизни. Показать свою работу среди других школ города. Хоть мы не олимпийский вид спорта, но мы хотим доказать, что мы проводим работу, работаем и хотим привлечь как можно больше человек. В принципе, раньше, в лихие 90-е годы, конечно, такой опыт был, но в последнее время, конечно, эта практика, она ушла. Ну, мы вот, в принципе, решили попробовать и здесь. Потому что мы как считаем, что любой опыт, он прежде всего идет на пользу. Здесь самое главное не победа, а, как говорится, участие и накопление опыта, который потом в дальнейшем, что каратистам, что нам, тхэквондистам, он пригодится по-любому однозначно. В первенстве города приняли участие более 120 спортсменов, обладатели белых поясов возрастной категории от 5 до 18 лет. Рамазан Абдыкадыр в секцию по карате пришел недавно. Как признается Рамазан, в подобных соревнованиях он принимает участие впервые. И его дебютное выступление принесло ему первую победу. Не думал, что мой первый бой будет против тхэквондиста. Конечно, тяжело было драться, но мне удалось одержать победу. Подопечному тренера по тхэквондо ITF Владислава Хана Жасурхану Султанмуратову отпраздновать победу на этих соревнованиях не удалось. Но биться с каратистом, как признается Жасурхан, для него большая честь. Хороший был поединок, мне понравилось. Правда, я пропустил много ударов, поэтому проиграл. Почаще бы таких состязаний. По итогам чемпионата города каратисты одержали уверенную победу, проиграв всего одному тхэквондисту – Мурату Сарсимбекову, который в итоге стал обладателем бронзовой медали. В отдельной номинации «Дух самурая» лучший результат показал султан Саидхан Бахтияров.